И йоу, чуваки, вы на канале Биопиксель, с вами, как всегда, Андрей, и сегодня мы нарисуем граффити Спайк из Бравл Старс. Точнее, мы просто нарисуем ник Спайка из Бравл Старс. Во, вот это топ. Окей, будем рисовать его зеленым цветом, так как он большая часть состоит из зеленого, коричневого, красного и фиолетового. Ну, примерно как-то так, видите, выглядит, видите, я его нашел здесь, фиолетовый, коричневый, зеленый, тут немного желтого, и, в общем, мы как-то это сейчас приспособим и сделаем граффити Спайк вместе с колючками. Погнали, ребят. Пишем, конечно же, букву S английскую. Вот таким вот образом. Теперь буква P. Теперь буква И. Теперь буква К, естественно. И буква Э. Здесь мы, знаете, что добавим? Здесь будут у него как будто глаза вот эти вот идти. И рот вот этот вот. Здесь у нас будет такой красный его штрих. И сам по себе будет, ну, прикольно выглядеть. Поехали, ребята, дальше. Давайте здесь такая эмоция будет, а здесь его стандартная обычная эмоция. Кружочек, кружочек, и здесь вот такой вот будет идти. Как-то так. Окей, ребяточки, погнали далее рисовать. Я сначала с салатовым цветом вот этим вот зарисовываю верхушечку вот здесь вот. Вот так вот здесь тоже обязательно. Теперь закрашиваем здесь. Здесь полностью закрасим. Тут вот эту часть. Тут тоже кусочек. Тут тоже кусочек. Здесь. И здесь. Вот так вот это выглядит. И еще букву И снизу. А также полностью закрашиваем эти буквы тоже. Полностью только. Не частями, а именно полностью. Только глазки не трогайте, окей? Окей, договорились. Здесь добавляем красного вот так вот, и здесь тоже, вот тут чуть-чуть снизу, тут чуть-чуть сверху, и тут чуть-чуть тоже сверху добавляем, тут тоже чуть-чуть снизу вот так вот. И теперь берем оранжевый цвет, оранжевый именно цвет, тут вот так добавим, тут вот так, тут вот так, тут тоже. Есть. Теперь берем темно-зеленый цвет и добавляем сверху вот так вот. И снизу вот так вот. Также этим темно-зеленым цветом добавляем вот так вот. Будет идти у нас тут, тут. Теперь вот здесь будет идти вот так вот. Здесь вот так. И здесь вот так. Да. Примерно как-то так, ребяточки. Здесь тоже так добавим линию. И теперь берем желтый фломастер. Желтый цвет. Закрашиваем ровно до середины, чтобы тут белый цвет так и остался, какая-то хоть небольшая линия. Вот так вот. И все это разрисовываем черным цветом теперь. Теперь добавляем объемности вот здесь вот так вот, вот здесь добавим, теперь вот тут естественно, так тут немного сюда и здесь вот так вот пойдет, да. Тут, тут, тут вот так. Вау, е-е, ребята, мне очень сильно нравится, не знаю как вам, но я чувствую классность. Тут тоже добавляем объемности небольшой. Теперь будем рисовать глаза и рот. Здесь темным цветом наводим вот так вот. Здесь вот так вот. Здесь вот так вот, естественно. Уже выглядит как Спайк практически. Здесь немного другая эмоция идет. Тут разные эмоции были у Спайка. Так, и теперь добавляем немного темноты вот здесь вот. Здесь мы добавим в эту сторону вот такие вот как бы... темные блики, а здесь в эту сторону, да. Вот так вот выглядит, ребята, как более 3D-шное, такое углубленное.
Теперь добавляем везде колючки. Вот так вот. Берем темно-фиолетовый цвет и забацываем вот тут вот, ребята. Знаете вообще, что можно сделать? Взять нежно-розовый, к примеру. Вот тут забацать вот такие вот штуки. Прям переливчики, чтобы были. С разных сторон. Вот, вот так вот не напряжно, вот так вот рисуйте, вот так вот без разницы. Только нежно-розовому, если у вас нету такого карандаша, карандаш обязательно возьмите, если нету. А если что-то... В общем, берите, что хотите, делайте. Или повторяйте просто за мной. И теперь фиолетовым цветом, темно-фиолетовым, мы закрашиваем вот тут вот рядом, чтобы были такие как бы переливчики. Вот так вот. Вот видите, как выглядит уже. В общем, ребят, закрашиваем. Вот так это уже, ребята, очень крутотенчески выглядит. Можно все подровнять. Вот так вот. Посмотрите, как круто, да? Да? Также в руках у него есть цветочек, поэтому мы тоже сейчас нарисуем разные цветочки. Погнали! Берем розовый цвет. Рисуем кружок. Здесь вот такой вот цветочек. Здесь тоже вот такой вот цветочек небольшой. Здесь мы тоже нарисуем цветочек, так сказать. Везде, в трех областях пускай будет. И здесь тоже будет цветочек вот такой вот нарисованный. Так, вот это вот все, естественно, мы закрашиваем в середину. Кроме, тут будет желтый цвет. Этим же цветом, ребята, обводим вокруг все. Делаем, так сказать, обводочку. Окей. Теперь берем фиолетовый или же малиновый цвет, какой вы хотите, такой берите. И добавляем вот здесь вот такие вот объемы. Так, подождите, это тоже цвет, я взял тоже цвет. Объемы, то есть тени добавляем вот здесь. Можете взять фиолетовый цвет. Вот здесь вот так вот добавляем хорошенько, чтобы это видно было как объем цветка. Потому что он, смотрите, здесь тоже присутствует, видите, такой тут розовый, как бы снизу фиолетовый. Вот такими вот, ребята, цветами и пользуйтесь приблизительно. И везде так же самое, как цветок, украшиваем. Только видите, я это здесь не продлеваю, а именно делаю там, где, ну, такие вот теньки делаю. Вот так вот, ребята, это все выглядит. И теперь добавляем посередине вот здесь вот желтый цвет. Ну и по традиции, естественно, чтобы было более красивее, добавляем блики корректором. Добавим здесь блика чуть-чуть, здесь блика чуть-чуть. Вот здесь, также здесь, вот чуть-чуть тут. Теперь на букве И вот здесь вот сверху. И дальше как видео, как я сейчас нарисую, так и рисуйте, если хотите. И вот так вот, ребята, выглядит. Выглядит просто пушечно, классно, красиво и очень круто. Если вам понравилось, то обязательно жмакайте ваши лайки, обязательно подписывайтесь на канал. Ну а на этом все, ребята, всем пока и до скорой встречи. Всем пока, ребята, всем пока.